Прибыли на остров, рикши не дают проходу. Прям садись в одну душу и едь. Школьники такие. А где-то гора. Ну, давай пройдемся, а потом посмотришь. У тебя же карта есть, я говорю. Погляди ушки, вот это ушки. Породистая. Какая? Чушь, такое не говори. Какой красивый. Надо удалять это видео. Там что лезет. Вот какая-то мечетка. Не пойдем туда. Вот, видишь, у них тут лопоухие такие. Козочки. Козочки-лопоухи. Это отель, наверное. Не, магазин. Подожди, я снимаю. Вот такое озеро. Приехали на остров, нашли такое озеро, где купаются, такое более-менее чистое. Моются люди, тут купаются. Ну, в одеждах все. Женщины там, да, в одеждах? А там вон стирают что-то. Рикша не отстает. Рамшам. О, как красиво. Такое озеро на острове. Красивое. Пошли, Славик, туда. Пока еще не можем отцепиться от рикши. Не, я, Славик, идем. Да. И деревья такие. Корни, тут можно посидеть. Тут даже можно посидеть. А так ты вон туда вниз иди. Пошли туда вниз. Вот какие ворота красивые. На остров. Да. Вот какие гвозди. Чтоб через забор никто. А вот смотри, какая ворона. Какая? О, испугалась. Те пальмочки. Вот шагаем. Смотри, что. Ворона. Так люди живут здесь на острове. Вот. Местные. Мы зашли в какие-то переулки. От рикши убегаем. Какой настырный. Вот просто не отцепиться. Такие наряды у них пестрые. А так тут хорошо. Как в деревне. Дышится легко. Да, разлегся тут. Вот такая колонка у них. Водичку так набирают. Посуду моют. Ну мы куда-то такую улочку попали. Или... Да, выход будет. Мы можем даже ему не показывать, еще дальше пройти, потом там повернуть. А будет, везде выходы есть.
Там какой-то он яркий, смотри. Какой-то. Ну ладно, давай сюда завернем. Какие красивые пальмы. Ладно. Идем, ищем гору, так и не нашли. Так пока не нашли ничего. Фонарчики. Телятки лежат, коробки пасутся. Здесь все мелкие какие-то коробки. Ну, косточки особенно красивые, такие декоративные, что хочется их себе завести на развод. Такие приятные очень. У нас идет коза рогатая за малыми ребятами. А здесь такие, как котята, добрые козы. Такое дерево и какой-то буддийский храм. Ну и все.